копия меня встретила сегодня. Ну надо же, а? Злодейка какая. Она уже, кстати, немножко отвыкла. Ну ладно. Вот злодейка какая. Тут какая-то скамейка загаженная вся. Ух, копия. Встретил у меня. А? Злодейка. Она отвыкла немножко. Да. А я вчера тебя искал, копия. Искал. Искал. Нашел другую, похожую белку. Очень. Проголодалась. Бегала тут. Копия злодейка. А ты морковку никогда не ела? Морковку никогда не ела, смотри. А я, говорит, и сейчас не буду ее есть. Какая злодейка. Копия, дай я тебя поглажу. Хорошенькая какая ты. Она в хорошей форме, я удивлен. Или она столько орехов перепрятала здесь? Синица злая. Что ей хватает? Хватает питаться. Ты как-то неудобно сидишь, копия. Как тебя гладить-то, а? Как тебя гладить? А не гладить тебя нельзя, копия. Ты же смотри, какая белочка хорошая ты, а? А я, говорит, знаю, что я хорошая. Особенно если шишек рядом нету, то вообще замечательная белка. Надо было шишек, что ли, принести, посмотреть. Но я в том году у шестику давал зимой шишки, вообще ноль интереса к ним. Ну-ка. Все, что ли? Кончились синицы? Синицы кончились, знаю. Копия. Надо ей орешек дать попробовать. Вдруг будет. Ну-ка. Не буду, говорит. Когда есть выбор, говорит. Копия. Встречала меня. Ну надо же. Интересно, она. А, синица хочет отсюда. Отсюда стырить. А вот, смотри, есть синица. На ладошке есть. На ладошке, говорит, возьму, да. Интересно, она меня... Нет, я вчера в то же время пришел, не было копии. Может, мы с ней разминулись. Кстати, нету здесь ни ворон, ни голубей. Возможно, какая-то хищная птица здесь опять появилась. Или хищный зверь. Копия, дай я тебя поглажу. Хорошенькую такую. Только что-то у ней, слышь, у тебя позвоночник прощупывается. Тебе надо жирка набрать. Скоро у них брачный период будет у белок. Буквально
буквально через месяц, наверное. Надо будет здесь кормушку повесить. Если копии где-то здесь выводят своих блестят, надо, чтобы орешки тут были всегда. Собаку увидел, вон там собака злая ходит. Опасная, да. Копия, как-то редко вылазит. Ну, сейчас потеплело. Белочки вылезли все. Хорошая. Какая ты хорошая, а? Понятно, куда ушастик делся. Очень жаль. Ну, по идее, сейчас ушастик тоже должен вылезти. Сейчас потеплело, все белки вылезут. Я, кстати, к чему говорю, тут копия бегает. А других белок нету здесь никаких. А вчера было наоборот, много белок, а копии не было. Может, она стала бояться? Пришлых и просто избегает этого места. Какая злодейка, а? Ты чего, копия? Тут все свои. Надо и орешки положить. Она вчера без ореха убежала. В прошлый раз, когда была здесь, просто поела и побежала. Так нельзя. Надо хоть какой-то орешек взять. Я тут положу купе. Орешки. Орешки положу. Молодец, какая копия. А люди переживают, что нету старых белок. Они, похоже, все мигрировали, белки. Сдвинулись. Ареал сдвинулся у всех. Прибежали молодые, старые куда-то убежали. Но вообще в парке очень редко можно встретить старую белку, которая больше там 2 лет, больше 3 лет. Орешек, конечно. Ну, конечно же. Копия побежала. Все. Сейчас прятать будет. Все.